находимся в Латвии, едем в сторону Юрмалы. Если еще точнее говорить, едем в Булдуре, место называется. Тоже относится к Юрмале. Если я не ошибаюсь, мы уже приехали. Или нет, еще нет. Сейчас в Булдуре будет остановка. А, следующая, да? А, спасибо. Да, это... Это Лиелупа у нас, друзья. А в Булдуре у нас будет следующая. Так что, все нормально. Идем по приборам. Такие вот вагоны. Вот билет стоит около евро получается. То есть от Риги, с города Риги добраться до Юрмалы примерно евро. Там чуть больше примерно. Ну, в общем, так грубо, если брать. Сейчас будем встречаться с Вадимом. Если даст Бог, конечно. Такие вот здесь с двух сторон леса. Вообще места красивые, хорошие. Юрмала тоже не маленькая. Я раньше думал, что Юрмала это маленький городок, такой курортный. Маленький городочек. Но Юрмала не маленький город. Он делится на разные части, на разные районы, скажем так. Красивая осень у нас стоит пока еще. Вообще, я так думаю, пока здесь снег не лег, надо отсюда будет ноги, наверное, делать. Но пока мне здесь нравится. Вот и Булдури наш. При Булдуре. Так, 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 так. Такой поездок. Видите? Рижский поезд. Электричка даже, если точнее, а не поезд. Потому что поезд все-таки это чуть-чуть другое. Телефон у меня был. Телефон. 1, 2, 3, 4, 5. Вроде так. Ну, у Дима очень хороший номер, удобный. Легкий, точнее. Не буду его называть, но он очень легкий такой. Двойки идут. Все, понял, Вадим, я жду, все. Ага, окей, да, жду. Все, говорит, чусь на станцию, сейчас буду. Такая вот Юрмала, по крайней мере, Булдури. Вот, если идти в ту сторону, если я не ошибаюсь, конечно, то там идет море. Вот так вот, такая набережная должна идти, по крайней мере, так было. Если вы помните, друзья, я вам показывал. Я уже Юрмалу вам показывал, но это та была Юрмала, которая называлась Мажори, кажется, Майори или Мажори. Вот, в общем, та Юрмала была для мажориков. А это у нас Булдури. Вот, не я один здесь кашляю в этом районе, оказывается. Станция. Вообще, если так вы присмотритесь ко всему, к тому, что здесь как бы происходит, да? Такая, видите, а-ля такой Советский Союз, но все равно, конечно, в таком европейском, ну и естественно, в прибалтийском варианте, то есть как и должно быть.
То есть, допустим, раньше люди, когда был Советский Союз, ездили отдыхать на Юрмалу ту же, там, да, и вообще другие страны, вот эти ближние, так называемые, зарубежье, да, это считалось очень, ну, сами знаете, очень мажорно, так круто поехать отдохнуть, та же Болгария, которая сейчас является одной из, ну, если брать в экономическом плане, одной из отстающих стран, то вы помните, когда-то это было очень круто. И также и были вот эти прибалтийские страны. Вот, ну, занавес рухнул, и у людей появилась возможность ездить не только в Прибалтику и не только в Болгарию, поэтому теперь человек ездит уже куда хочет. Ну, естественно, преграды, препятствия всегда есть, но по большому счету были бы деньги. Да и даже не деньги, а если так по-другому сказать, было бы желание, на самом деле, такое большое желание, то я думаю, можно куда угодно поехать, как говорится, и сильно захотеть, можно в космос полететь. Вот такие дела. И к чему я это говорю? Вот с тех времен такое ощущение, я-то тогда не был здесь, то есть я не знаю, как выглядела та же Рига и та же Латвия в те года, да, ну вот, допустим, вы, возможно, видели мои видео с Джоном. Джон, который здесь жил и который отсюда уехал 20 лет назад. Вот более европейская, скажем так, страну. Даже не в более, а конкретно европейскую страну. Вот. И Джон смотрит на это все, сравнивает и говорит, что... А вот наш Вадим. Здравствуй, дорогой. Приветствую. Вот так вот, друзья, видите, мы встретились. Телефоном? Да-да. Все с телефоном? С телефоном, да-да. Ну, пока, да, камера сломалась просто. Вот, друзья, у нас вот такая встреча произошла. И я сейчас хочу передать привет Элвису. Элвису, знаешь, да? Да, Элвису, он сейчас не в Латвии, но ему привет. Приезжай в Юрмалу. Приезжай в Юрмалу, да. Дорогим гостем будешь. Да-да-да. Элвис, вообще ситуация какая, друзья, чтобы вы поняли. Я, как вы помните, выложил видеоролик, сказал, что я приехал в Ригу, пишите, звоните, надоедайте, в общем. И мне написал Элвис. Элвис сказал, что он живет в Финляндии, и если бы он был бы здесь, он бы с удовольствием мне показал бы город, ну, в общем, со мной побродил бы, походил бы. Но Элвиса нет, поэтому Элвису большой привет. И после Элвиса мне уже написал Вадим. Я так понял, от Элвиса, правильно же? Да. Да, все верно же, да, да. От Элвиса. То есть вот такие вот дела происходят. Так что мы встретились, чуть попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию. Я тоже хочу в солнечную Калифорнию. Может быть, когда-то мечты мои сбудутся. Я думаю, мы можем сразу, вот прямо сейчас продолжать ехать. Не заворачивай никуда. Колдовства в баке нам не хватит. У меня мечта побывать в Лас-Вегасе. Я хочу... снять по-крупному кушевый куш. Да, игрок? Я очень азартный игрок. Я уже в Оптибет не пускают. Я в спортивном тотализаторе, конечно, живу за его счет. Самое ценное... Но для игрока ты выглядишь пока хорошо. Еще не такая степень. Что самое ценное в мире? Что самое ценное в мире? Самое ценное в мире – информация. Да. И если ты знаешь, как Чикаго сегодня сыграет, то надо нести все и поставить на них или против, если у них. Но как узнать? Вот звони Майклу Джордану, он говорит, слушай, моему бывшему клубу не выплачивают зарплату уже 4 месяца, им нечего кушать. Ага. Все, они сегодня сдадут игру какому-нибудь юрмальской какой-нибудь команде. Команде, и да? Все. За 30 лат. Да. И мы все ставим на Юрмалу, а весь мир ставит на Чикаго Буллс. И мы вечером с Анзором. Друзья, мы сейчас поедем в тотализатор и вечером ждите, как мы уже в Лас-Вегасе зависаем. Вот наше хозяйство. Ага, так, ну давай сразу продолжим тогда съемку дальше. Вот, это лучшая мойка Евросоюза, Гранта. Так. Лучшая, круче мойки нету. Нано-мойка, нано, наверху. Лучший ресторан Евросоюза, Гранат. Ничего себе. Самые лучшие люди в мире, которых мы все видим по телевизору. Они здесь... Моют машины здесь. Моют машины здесь, ага. И здесь танцы... Песни, пляски. Цыгане, медведи. Цыгане, медведи. Все здесь. Происходит здесь. Угу. Вот это как раз лучшее место Юрмалы. Если человек приезжает в Юрмалу и хочет... Все. Чтобы самому себе завидовать... Да. Хочет. Ему надо идти сюда, да? Ему надо на Вестура 31 в Булдуре. Вестура 31 в Булдуре.
Так, друзья, пока выключаюсь, мы находимся на Вестура 31 в Болдере. Да, смотрите, это район Болдере.